Хронголовка 2932 с взаимозаменяемыми брусками, с брускодержателями, чистовые и черновые. Обязательно при заказе с такого типа хронголовок нужна прецизионная точность. Поэтому каждый брусок отмечается. Вот сейчас отмечены бруски. Если видно, первый брусок один раз накернили, второй стоит в хронголовке два раза, третий три раза и четвертый. То же самое, когда если будем менять, вот один брусок, вот это четвертый брусок, второй брусок, третий брусок с брускодержателем. Хронголовка с ручным разжимом, здесь так. Два в одном.